Матч за бронзу. Сегодня мы играли. Сегодня, я думаю, получился очень хороший, честный поединок. И обе команды, которые сегодня играли, и Россия, и Казахстан, подарили зрителям настоящий футзал. И эти команды радовали своей игрой и украсили весь турнир. И, конечно, должны были, может быть, и играть в финале. Это было бы украшение. Но спорт такой иногда бывает злой, когда все соперничают. И мы играли, увы, за третье место. И наша команда победила, с чем я поздравил своих футболистов. Они заслужили, и они достойно выглядели на всем турнире.